Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу, как отрегулировать сцепление на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута. Если двигатель автомобиля при езде ведет, сцепление пробуксовывает или наоборот очень маленький свободный ход, то вам понадобится два ключика на 10 и рулетка. В первую очередь необходимо замерить свободный ход рычага сцепления. Он должен быть 3-5 мм. Здесь у меня около сантиметра, потому что я только менял сцепление и еще не отрегулировал. Для того, чтобы уменьшить этот свободный ход, необходимо отконтрагаить эту гайку и, закручивая или откручивая вторую гайку, отрегулировать эти 3-5 мм с помощью рулетки. Я буду закручивать эту гаечку и, сделав несколько оборотов, проверять свободный ход педали. Замеряем расстояние свободного хода от рычага. 3 мм есть. Этого хватит. Необходимо взять рулетку и замерить по центру педали расстояние при поднятом и опущенном виде. Оно должно равняться 12 сантиметров. Замеряем. Да. Так у меня есть. Свободный ход в верхнем положении должен равняться 2-3 сантиметра по центру педали. В поднятом положении 17, в нажатом 14. Значит, свободный ход отрегулирован правильно. И после регулировки осталось только затянуть вторую контргайку и проверить, как работает машина в движении.